От сильного ветра и снежной пурги пассажиры прячутся под крышей автобуса. 04-я маршрутка набита почти под завязку, хотя это далеко не час пик. Но уже с 1 января горожане рискуют замерзнуть в ожидании транспорта. Маршрут отменят. Целый 04-й маршрут администрация решила заменить лишь 7 единицами автобусной техники на маршруте номер 25. При этом чиновники обещают, что время ожидания не составит больше 10 минут. Правда, верится в это с трудом, ведь погода, а как следствие и пробки, носят свои корректировки. Оптимизацию маршрутной сети решили провести в рамках транспортной реформы. Убрать с улиц дублирующий транспорт и увеличить парк оставшегося. Но вот пассажиры пока слабо верят в эффективность таких мер. Говорят, юркая маршрутка и быстрее, и теплее большущих муниципальных автобусов. 27-й вон по Ленина едет, он чаще ездит, а 25-й очень редко. 04-й даже быстрее, мне кажется. И потом он такой верткий, меньше размером, поэтому как-то в движении быстрее идет. Под сокращение попала не только 04-я, но и 024-я маршрутка. По словам чиновников, пассажиры без труда найдут замену. По тем же маршрутам ходят сразу несколько видов транспорта. Поэтому администрация не продлила контракт с двумя перевозчиками, сэкономив в бюджете деньги. Мы должны все маршруты отыгрывать на конкурсах. Соответственно, платить деньги перевозчику за выполнение транспортной работы. С учетом того, что есть маршруты дублирующие, да, мы не видим смысла, и у города нет столько денег, чтобы платить из бюджета за дублирующие маршруты. И если замену 024-му маршруту можно найти, то вот с 024-м сложнее. Чтобы переехать с сортировки на вторчермет, придется делать пересадку. Алена – инвалид по зрению, пользуется этим рейсом почти ежедневно. На маршруте кондукторы ее хорошо знают и всегда помогают. Но как теперь добираться до работы, девушка не представляет. Поскольку я не зрячий человек, это надо каждый раз спрашивать, кричать, какой маршрут, бежать до маршрутки, не зная, где она. То есть это очень тяжело, действительно. Но больше всего реформой недовольны кондукторы и водители, ведь они остались без работы. Я вообще-то никуда не хочу, а мне эта линия понравилась. Конка не строимся, потихоньку. Нарушения не будем. Ездим нормально, попробуем. Два отмененных маршрута далеко не последние. На следующий год запланированы и другие сокращения. Это подготовка к транспортной реформе, старт которой намечен на середину лета. Тогда автобусы, трамваи и троллейбусы поедут по-новому. Дальше и быстрее, обещают в администрации. Дмитрий Сгагин и Владислав Колупаев. Главные новости Екатеринбурга.